вчера ее это... Не кушай. Забираю. А они уже все разом с этими испытаниями на улице. Наверное, я бы остаться хочу. Так, вот, говорит, собака, вот, говорит, завтра придешь. Оставаться не хотела. Дети плачут. Вон у деда зажигалка, вон дед. О, и у деда такая же рыжая. Мы вместе покупали, да? Вместе покупали. Они не могут разные. Давай, загадай. Не кушай! Под торт. Можно, да, сколько? Кого? Мам, ну каждому по торточке, не знаю, сколько, не считала. Под... Я не знаю, ну и ладно, ничего страшного. Еще я могу забывать. Ну подожди, сейчас это самое. Бабушка распределит тарелки. Мам, да, наверное, уже всем это. Да, наверное, уже хватит. Тарелки. Да все, все, хватит их там вскрывать. Все, всем просто, хватит. Все, так, ну что, Сашуль? Пуся. Вот ровно 16 лет назад, в 15-15, ты появилась на свет. Самое главное тебе здоровье, чтобы с учебой все получилось. Родителей слушайся, бабушек, дедушек. Будь умничкой. Ну, можешь задувать, наверное, свои 16. Пойдет 17-й, да. Пойдет 17-й. Ну, как красиво. Пап, у тебя там подарок под ногами упал. Ну, а? Ну вот, подарок дари. Днем варенье тебя. То, что ты очень-очень-очень хотела. Это половина. Я хотела просто палку, да. Я вот, ты хотела палку, да? Это вот. Вот. Сашуль, мы тебя все очень-очень сильно любим. Надеемся, что ты все-таки будешь слушаться. Поберика. Что там? Эй, Паш, церквоз. Сашка, здесь таки надо туда смотреть. Нет. Не знаю, какие, Саша. Хорошие. Первые или вторые? Я не знаю, Саш, хорошие. Смысл хорошие. Да, вот там написано хорошие. А чем они отличаются первые, вторые? Ну и все. А какие они, первые или вторые? Ничем не отличаются. Не важно, какие они. Третьи, Саш. Ну хорошо, не третьи. Вкусный тортик, да, Никусь? Ой, какой вкусный тортик. Ой, весь нос. Весь нос грязный. Играешь, да? А все, их выключили, больше не мигают. Безобразие какое. Давай включим. Смотри, мигать сейчас будет. Ой, мигает. Фонарик. Фонарик. Давай здесь тоже включим фонарик. Опа, фонарик. Сюда входит. Надо так держать. Вот так обычно. А цыпленок убежал, да? Ага. Он вовремя чухнулся вообще. Не надо меня снимать. Привет. Вот ты наш сам. Это ты, да, Никусь? Это ты королева Рокси? Да? Ты нам рок играешь по утрам? Когда в садик идешь? Андрей,